Тут жара невероятная просто стоит. Это так без? Ну как бы тебе не знает, одно мне сбоку отдает. Тебе ой-ой-ой, мне в лицо прилетело. Арбуз. Да. То есть все-таки там вон уже мякоть сваренная как будто бы. Ты уже все до внутренности дошел. Сейчас тогда попробуем доварить. Варим дальше. Так, ну что, слушай, мы уже столько прожгли, я даже не знаю, что с ним дальше делать. Порежем напополам, да? Тогда давай возьмем топор. А где же лежит топор? Давай найдем его. Даша, предшественница. А это твой башмачок? Да. Ты ходишь в башмачок? Ну а что, он прикольный. Я всегда мечтал о красных башмачках. Было бы неплохо, если бы у Даши был в рюкзаке топор, но его на грязь. Надо, правда, немножко почистить. Сойдет. Тут же руки моют. Как мы порубим? Вот так вот или вот так вот? Первое. Так, что мы видим? Мы видим, что внутри вообще никак не повлияло. О, смотри, тряпочка тут... появилась. Офигеть. Все, давай. Давай, готов. Задымил чуть-чуть. Ничего особенного. Поехали. Later. Ёпта! Он очень горячий. Причем очень... Смотри, что-то из него вылилось. Вон выжит. Ух ты, фига. Так, ладно, дальше попытаемся. Да, блин. И как? Окей, давай так. В общем, да. Таки он нагревается очень сильно. Офигеть. Ничего. Все? Слишком просто. Просто покрасили замок, блин. Реально покрасили. Ладно, в третий раз пробуем. На этот раз с изолентой желтого цвета. Ну вот и все, на этом наши планы заканчивались, но мы под конец решили еще вам показать один небольшой бонус ко всему этому. Мы решили поджечь 3 монеты стоимостью в 50 копеек, 5 рублей и 10 рублей Нового года. Вот что из этого получилось.